Офигеть, вот это они разбираются с ним. Мне кажется, они его сейчас просто загасят. Смотрите, что делает. Все? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, Маквейт, Кейстарс. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет, ребята. Как дела? Ребятушки, сегодня у нас очень классная серия, потому что вышли новые Скибиди туалеты и камера Мэны. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на новых Скибиди туалетов. Погнали! Скибиди туалет, бульдозер. Сегодня у нас Гусанёк будет вселяться в этих всех монстров и показывать их неумение. Он умеет вот так вот бегать. Это очень классное умение. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать самые хайповые моды и классные рубрики. R у него работает? Нет, R не работает. А какая вообще его функция? Он просто давит? А вот, он бьет. А ну ударь меня. Просто бьет. Ага, у него прям ножи. Он давить не может, ударяет, все. Следующий у нас Скибиди туалет – Бутчер. И чё, он может просто летать и пилить всех? Да. Нифига себе. R у него тоже не работает, просто вот так вот. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет очень классный Скибиди туалет и камерамены, которые их очень офигенные умения. И они там очень круто сделаны. Ай. Ничего так, себе, ты в двоих сразу запилил. Скибиди туалет – Коллектор. О, тут вообще прям круто сделанный. А чё, он стрелять может, наверное? Вроде бы он должен стрелять, у него пушка есть. Ну-ка. Не стреляет? Не стреляет. Очень странно. Просто вот так вот бьет. Значит, по башке пилой. На и меня. Шоусман. Вроде как-то правильно прочитал его. Ого, у него пилы. Это сабли, да, у него какие-то в руках? Ну да. И маска. Сварочная. Ого, он дамажит. Не-не-не. А ну, наверное, жми, что-то он умеет? Нет, тоже, наверное, ничего нет. Да, я понял. Классный, роботизированный такой. Какой у него ж дамаг, какое расстояние? Ого. Как птица летит в воздухе, машет. Что за птеродактиль? Прикольно. Да эй, тихо, легче. А, ну ты мне руку. Ой, ногу отрубил. Похоже было, как будто нога отрубилась у меня. Так, хорошо, давайте. Надо всех успеть посмотреть. Перескакиваем на следующий пак. И у нас есть Трафикмен. Он как-то попадал в наши ролики, но обзор мы на него не делали. Кстати, он уже должен уметь стрелять. У него пушка в руках и очень дебелая. А ну нажми на R. Ого! Ай. Чё за мегавзрывы? Так, я близко подходить не буду. Мне кажется, он по мне еще бахнет. Офигенные эффекты, ребята. Ну, ролик точно заслуживает лайкосика. Так, надо валить. Он сейчас будет стрелять по нам. Вот это жесть. Да тихо, успокойся, тучика, блин, сложается, когда умирает, у него как-то рэгдолл странно очень как-то слаживается, как в чемоданчик какой-то. Так, следующий у нас TV-мен Large. Ага, о. Вот, это вообще эпический чили-пиздрик. А ну, он должен на R классно слепить всех. Офигеть. Розовым таким. Аж подлагивает у меня. У меня тоже. Ничего себе, что он FPS жрает? Да. А он бьет как-то или только может светить? А может бить, так я ладно, не буду подходить. Кстати, зараза, ты побил подписчиков, нельзя никого бить. Кстати, ты можешь поставить любого Скибиди туалета, допустим, обычного, и он его сразу убьет. Ну, не сразу, но убьет. Ну давай поставлю. Бей его. Давай, поставил. С одного раза, да, убивает? Не с одного, тут это, у него жизни тратится просто, и тогда он умрет. У него-то глаза выпучились, или у него так и были? Да, так и были, у него глаза долго повыпучивались. Еще раз, мне кажется, сейчас убьет. Вот сейчас со второго раза убьет. Не хочет. А, все. Блин, классный. Телевизороголовый. Так, еще у нас есть вот такой вот. Вот это вообще эпический, ребята, смотрите. Электрический прям так, как он называется? TV-мен Меха Босс. Но это не, канон. Это типа, как их там, фанатская. Да, а ну что он умеет? Вот так вот бить. Не надо. Дрель какой-то. Ну да, такие звуки классные издает. Ого! А, это чисто там звуки издает. У него, кстати, на мониторах показывается, когда на R нажимаешь, типа, перечеркнутые туалеты. А ну нажимай. Да, вижу. Он
удалил его сразу. Так, хорошо, потому что в конце мы все-таки повоюем с ними. Ну, скорее, они просто нас будут мочить очень-очень сильно. Так, у нас еще есть TV Woman. Так, что она еще умеет? По яйцам с ноги бить, хорошо. Хорошо, 2х, 4 яйца сразу разбила. Ого! Ну, в ролике у него прям этот телевизор может отделяться от головы и летать. О, офигеть, вы видели это? Ничего себе, ты поджигать можешь? А ну давай, подожги. Давай. Большого сможет убить? Мне это интересно. О, поджигает. Поджигает, да. Ну, кстати, нас не убивает и машины не дамажит. Только вот на скибиди туалета. Три раза. Все, и склеился. Очень мощный TV Woman. Хорошо. У нас еще есть вот такой вот TV Woman Титан. Ого, что за анимешница такая. Классно сделано. А это что же, да, не канон? Да, это не канон. Тоже фанатская. Пока что, наверное. Ну да, может, в дальнейшем будет. Ай. А ну на R нажми. Смотри. Вот это жесть. Так, давайте поставим кибедитого леста. Дрестальщика, и пусть он замажет. Да, задамажит его. А ну-ка, давай. Не, нифига не дамажит. Не, наверное, дамажит, просто мы не видим этого. Может, ну, надо, да, может, надо не со спины? Может, вот так надо? А ну, давай. Дамажит. Вроде да, как дамажит. Дергается, да? Просто у него очень много жизней. Да, у него много жизней. Это что же как босс идет? Давай, все-таки дамаж. А, видишь, как ты нажимаешь R, он же перестает шевелиться. Он просто как смотрит. Видите? Да. Класс. Это эпически. Все, убил. Так прикольно наклонить. Не обижайся, я тебе зубы повыбиваю. Хорошо. Давайте дальше. У нас еще есть. Вот такой у нас есть Титан. Ой. А что он там появился? А он это. Он когда ты его спавнишь, он улетает немного это. Я его не вижу. Надо сделать, чтобы игнорировать игроков сделать. Он в здание врезался. А у меня так стоит игнорировать игроков, и то выключено. Ого, у него кувалда, ничего себе! Так, давай я поставлю скибиди туалет, а ты его жахнешь кувалдочкой. Давай. Ого, прям ускоритель на кувалде, чтобы сильнее удар был. Так быстро? Все, да. Ты из живота, да, наверное, нажал, это он такую штуку делает. Да. Выпускает луч. Классно, черный дым вылетает. Точно что? Вот это улетает. Ладно, будет земля дрожать? Да, и земля дрожит, когда он приземляется. Ай. Ого. А что? Эй, отвали, морда. Я тебя буду по ботинкам бить, царапины тебе сделаю. Блин, ну реально мощь. Flashed Light Man. Ага. И что, ты можешь светить? Ну, по яйцам с ноги бить, ладно, это ты умеешь. Да хорош убивать нас. А на R он ничего не светит там фонарем своим? Функцию свою не выполняет он? Не светит. Очень странный челепиздрик. Сюда. Хорошо. Следующий у нас Large. Уже большой. Ой, это больше. Это папа. Это был сынок. Ого, он ладохами лупашит. А я еще-то в оригинале нет, это тоже, да, любительское все? Ай. Это не канон. Это чисто так, поржать сделали. Ого, вот и улетел. Ладно, и у нас еще есть большой. Ого. У него, кстати, да, он есть. Такой, как и телевизороголовый, такие же умения. Только, мне кажется, скин другой, а так все одинаково. А ну на R нажми. Да он меня убить не может. Сейчас он тебя убьет, не переживай, и меня убьет. А что ж Чика так сложится? Смешно очень смотрится это. Так, ребята, как и обещали, сейчас мы будем ставить всех и включать им искусственный интеллект. И они будут воевать и с нами, и между собой. А может, пусть между собой повоюют? Мне кажется, это будет эпически. Да, реально, между собой. Пока я ставлю эти всех NPC, напишите в комментариях, кто из них победит. Скибиди туалеты или телевизороголовые, камерамены. Мне очень интересно будет посмотреть. Я думаю, что выиграют телевизороголовые, потому что у них умения какие-то очень классные. Все, ребята, 4 на 4. 3, 2, 1. Погнали. Ого, он дамажит их. Надо подальше отлететь, чтобы прям видеть, как они воюют. Офигеть, вот это они разбираются с ним. Мне
кажется, они его сейчас просто загасят. Смотрите, что делает. Все? Так, давайте еще поставим им кого-то, пусть они еще повоюют. Так, надо какого-то здорового, мне кажется, поставить. Во, есть у меня. Джимен. Давай, Джименчик. Нормально вы. Вы что, издеваетесь? Вы что таких мучаетесь сильно? Если понравилась эта серия и этот пак скибиди туалетов и камера головых, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Взрывай, гусанек, давай, мега взрыв. А, ну как всегда, их ядерные бомбы не берут. Они выдерживают они все. Они живы. Да вижу. Ничего, ребята, мы в следующей серии всех замочим.